Привет. Васьк, мне нужен развод. Нет. Я понимаю, это глупо звучит, конечно. Просто в соседнем зале сидит моя бывшая. Короче, она не дает мне развод. А пока нет невесты, нет развода. Притворитесь моей невестой. Ася, очень приятно. Можем разводиться? Куда ты торопишься? Давай устроим вечеринку в честь нашего развода. На этих выходных отрываемся как надо. Водка, баня, все дела. Я тебя не отпускаю. Все, Паш, либо он, либо я, прямо сейчас. Ты еще думаешь? Я ничего не думал, ни секунды даже. Мне нужна твоя помощь еще буквально на одну ночь. Чего вы на меня так смотрите? Как будто покойника увидели, ей-богу. Я, походу, его и увидел. А это кто? Как бы парень мой. Ты извини, я тебя перебил, что-то хотел сказать. Братом ее будешь. Брат. Жены этой. Ну, невесты. Мужа. Условия такие, хочешь или не хочешь, приезжайте к нам. А вы, сударь, часом не наживете? Я свою норму знаю. В жопу, брокколи, я бессмертный! Да я что-то упал. Вам не кажется, что это далеко как-то зашло? То есть ты ему платишь за меня? Это же угар. Получим деньги, решим все наши финансовые проблемы. Ну, чё? Может, не все, там, частично как-то? Все решим финансовые проблемы. Носи депозит. Она что-то подозревает? Это неудивительно с твоей актерской игрой. Просто ты не представляешь, как трудно в тебя влюбиться. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть... Отношения — это работа над самим собой, считай. Пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл. Это мини-пини? Мой пини. Ты так и не покормил свиней. А чё? Он и полноса откусил. Ну подорожник пусть приложит. Чё? Какой подорожник? У него кровище течет. Да нехрен тут все трогать везде. Так сумел на гитаре.